Это «Край за неделю». Продолжим. Губернатор края на этой неделе проверил безопасность летнего отдыха детей. Лев Кузнецов отправился в лагерь «Зеленые горки». Сейчас в нем отдыхают около 300 детей. Параллельно изучают английский язык. Круглосуточно за детьми следят операторы. На посту дежурит охранник. Смотреть они призваны за злоумышленниками, которые могут проникнуть на территорию учреждения. По прибытии глава края пообщался с ребятами и проверил работу системы безопасности. Сразу появились замечания. Когда что-то происходит неординарное, человек теряется. И поэтому в таких ситуациях основные базовые вещи, которые человек должен делать в автоматическом режиме или в подсказке, лежат у него на самом на месте и написаны крупными буквами. А это вот где-то там, телефоны где-то здесь, камера где-то сбоку у нас и все остальное. Но у вас кто за эргономику отвечал? Инструкция все равно в случае ЧС должна лежать вот здесь. Не вон там вот. А вот здесь вот, и жирным красным. Должно быть трехходовка, как действует человек, и должен человек сдать экзамен.